Доброе утро. Да хули вам. Хули вам. Хули вообще надо, ёпты, ёпты. Слышь, слышь. Слышь, чё, чё? Слышь, это, дуплись там, ёпты, слышь. Чё ты, бля, ёпты? Надо тормозить так же. Елопухи. Можно даже не напрягаться. Кукарягуа. Да, тупорылись по черному, ставится чернягой. Кукарягуа. Елопухи. 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 Кукарягуа. Пуки. Че, пойдем драть ссаных шлюх? Космические пираты ищут, куда бы забуриться. Я сам сидел, в Чикаго. У нас рок кабаре очаривает, ребята. О, блин, началась промывка мозгов. Бля, бак, это больше, чем твоя голова. Бля, думай, что так буксуем? Так там мы во льдах вообще. Все во льду. Это север, мужики, это, блядь, вам не говно сапать. Купи, купи, но. А, курочки. Тупость, короче, везде, мы тупим. Мы думали, что быстро заправимся за 2 секунды, нихуя. У меня уже слезы текут. Такого не бывает. Здесь надо охуенно оттупить, как Марка. Вот. Выйти, постоять. Как Марк Борозда. Вот он, тупой чувак. Короче, пока он не заправляется, мы сейчас пока экскурсию по городу сделаем. В общем, любая хуйня требует жесткого тупежа. Я уже даже, блядь, не знаю, что с этим делать. Да, специально пораньше проснулись сегодня, чтобы потупить. Да, здесь как бы нужно тупить всегда. Если не тупишь, ты, значит, ничего не сделаешь. Тебя, тебя штрафуют или вообще посадят тут. Да. Жестко. Нужно жестко оттупить. Мы заправляемся уже полчаса, я так заебался. Скромный номерок. Да. Ух ты, ёпта. О! Добрый вечер, дамы и господа, снова с вами ваш собственный корреспондент из Финляндии. В удивительном месте мы сейчас находимся, удивительно. Здесь кроме того, что находятся какие-то непонятные финны, и только финны, тут какие-то вот автомобили можно вот лицезреть вот здесь, пожалуйста, да, с паутинами. Но больше всего меня впечатлил и поразил какой-то непонятный бармен. Ну вы сами все сейчас увидите, посмотрите, пожалуйста, это бармен, это просто бармен. Толян, короче, рассказал финнам о культуре принятия сауны. О культуре предъебства. Он хотел сказать, что у нас в саунах шлюх ебут, и случайно перепутал термины и объяснил так, что коней ебут. И финны вообще охуели. Какого хуя, ну, ебать лошадь, зачем? Зачем животное? Нет, зачем это делать в сауне? Когда это можно сделать просто в поле. Поле русское, поле. Коникс и все. А в сауну это же... Коникс. Тем более финская сауна такая маленькая, что там даже не то, что какой-то член у них поместится. Там пони поместится. Убираются после вечеринки. Калинка моя! Здорово, Кострома! Итак, сегодня дико замочим в этом кафетерии. Сосис! Соси, ёпта! Здесь нужно... Да, здесь будет... Здесь мило. Здесь очень мило. Мило. О, заебись.
Рыбер, выбор. Мистер Сейн. Мой друг убийца готов выпить с нами. Быдло вперед! Быдло вперед! Быдло вперед! Рипер, давай, ёпты! Быдло! Быдло вперед! Быдло! Быдло вперед! Быдло вперед! Быдло вперед! Пошел нахуй! Уйдо! Пиздолец! Уйло! Ведущий миноде! Блядь! Сука! Ты вообще, ты красавчик! Кипис, блядь! Кипис! Я скажу! На здоровье! Я драчу! Я драчу! Я драчу! Поздравляем! Я пиздолис. И ты тоже? Я пиздолис. Я Сашку писюн. What it means? Never mind. Тримай говно! Уйло! Уйло петушиное! 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 Здоровья! Тримай говно, уебок! Yes! Уйло петушиное! Рашен быдло на выгуле. Будем есть свой хавчик, ибо покупать западло. Сколько можно спать? Поспал 10 минут и хватит. А что ты ложишься? Не могу это сказать на камеру. Сколько лет я...